Фестиваль тувинской баранины с призовым фондом в 100 тысяч рублей в этом году пройдет в онлайн-формате. Конкурсантам, которые отправили свои заявки на участие в фестивале, предлагается приготовить изысканное блюдо в присутствии жюри. Участники должны представить деликатесы из баранины местного производства по традиционным или современным национальным рецептам, исключительно из экологически чистых продуктов, без добавления искусственных усилителей вкуса и красителей. В этом году конкурс будет проходить в онлайн-режиме на базе ресторана «Царская охота». Там будут повара участников общепитов готовить, выставлять блюда, также презентовать эти блюда и отвечать на вопросы жюри и защищать, так скажем, свое блюдо в виде проекта. Да, этот конкурс проводится для того, чтобы заинтересовать туристов нашей традиционной национальной кухней. Ведь наши традиции и наша кухня – это большой ресурс, который должен быть использован при развитии, для развития отрасли и в целом экономики. Критерии оценки фестиваля тувинской баранины не только вкус и запах, но и сервировка стола, презентация блюда, внешний вид, а также его новизна. Все это будет оцениваться по бальной системе, по итогам которой три участника, набравшие большее количество баллов, разделят призовой фонд. На финал должно выйти три участника. И призовой фонд конкурса 100 тысяч рублей для победителей – это приз в размере 50 тысяч рублей, второе место – 30 тысяч и третье место – 20 тысяч рублей. В конкурсе принимают участие организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере общественного питания. Цель фестиваля тувинской баранины – сохранение национальных кулинарных традиций, а также обмен опытом среди поваров. На сегодняшний день у нас уже много заявок. Количество мы предусматриваем, что порядка 12 участников все-таки у нас будет. Болельщики будут наблюдать конкурс онлайн. Будет ссылка на YouTube-канал ОВА Медиа. Они являются нашими партнерами по организации конкурса в онлайн-режиме. Организаторами конкурса являются Министерство экономики, микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва, а также государственные автономные учреждения Бизнес-инкубатор и информационный центр туризма Республики. Алдын Казбуян, Чайхан Донгак, Мирана Иргит, Тува 24.